Любой бизнес начинается с намерения. Прежде чем вы пойдете что-то делать, возьмите тетрадку, возьмите ручку или возьмите своего друга и просто детальнейшим образом пропишите, что же вы хотите получить. И чем детальнее это будет, тем детальнее вы будете получать приглашение от мира, потому что, по сути, бизнес — это поток. И как только ты поставил намерение и понял, что же ты хочешь, мир начинает тебе посылать разные встречи, людей, какие-то приглашения, это могут быть звонки, это может быть что угодно от реальности, то как некий входящий поток. И твоя задача потом сесть на этот поток, оседлать его и приплыть к своей точке Б. Попробуйте, это гарантированно работает.